вредничай, Томасина. Дай поспать. Пароход! Томасина, мы провороним пароход! Доброе утро, Мэри Руа. Очень доброе, мисс Маккензи. Скоро придет пароход. Пора умываться. Завтрак на столе. Ты слышишь, Томасина? Быстренько умываться. Доброе утро, папочка. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня пароход придет. Мы пойдем встречать его. Ты пойдешь со мной, папочка? Ну что это за кошка такая? Вы только подумайте, мистер Макдью. Мэри. Стоит мне только положить мешочек с лавандой в белье Мэри Руа, так она тут как тут. Заберется в шкаф и разляжется на белье. Да, это меня зовут Томасина. Я живу в этом городе несколько лет. Мои предки из Глазго. Все они были красавцами. Все в прекрасном египетском стиле. Головка маленькая, усы длинные, глаза раскосые. А? Нет, нет, я не хвастаюсь. Я просто хочу подчеркнуть, что мы вправе возвести свой род к тем дням, когда у людей хватало ума нам поклоняться. И людям вроде бы это приносило счастье, ведь тогда в Египте наших предков чтили в храмах. Однако это время безвозвратно ушло. Да. А рассказать я хочу не о том. Не буду вас томить, речь пойдет об убийстве. Такой истории вы еще не слышали и не видели. Ведь убили-то меня. В тот страшный день в наш город
пришел пароход. Мэри! Мэри Руа! Хьюги и Джорди, друзья Мэри. Вполне сносные мальчишки. Привет! Привет. Я без Томасина не пойду. Да чего же она рыжая? Особенно на солнышке. Совсем как я. Томасина, а ну же его спускать, кому говорят. Вот так всегда. Не дадут закончить утренний прогулку. А ты трусиха? Доброе утро, дети. Унизительно и неудобно. Ах, Мэри Руа. Лучше бы я бежала рядом. Кажется, в скорости я тебе не уступаю. Джорджи, берите, берите. Фу, наконец. Лучше поздно, чем никогда. Так все-таки удобнее. Да и видно хоть что-то. Глупец. Сцапал бы ты меня, если бы я не ударилась обо что-то. Да так, что в глазах потемнело. Но выстрел испугал. Привыкай, Томасина. Тебе придется много плавать. Спасибо, Хьюги. Утешу. Мы втроем отправляемся в кругосветное путешествие. Успокойся, Томасина. Не дрожи. Не захочешь, не поедем. О, да у тебя новая прическа. Поздравляю. Мы к вам прямо из салона. Кто тут? Здравствуй, Вилли. А у тебя здесь кто? О, ну-ну. Так. Ну, потерпи, потерпи, Цесси. Сейчас придет доктор, и он тебя вылечит. И тебя, Рэбби. Он тоже вылечит. Да, доктор МакДьюи замечательный специалист. А я его боюсь. Он очень решительный и грубый. Что вы говорите? Мой Тоби не переносит грубости. Говорят, он не верит в Бога. Не знаю, не знаю. Но доктор он отличный. Мигом вылечит. Или убьет. Чуть что не так усыпляет. И вы это терпите? Приходится. Жена мистера МакДьюи заразилась от попугая какой-то болезнью. И скончалась бедняжка. Так что он теперь всегда на чеку. Держи карман шире. Просто ему наплевать на зверей и на людей. Для него одна его рыжая дочка, свет в окошке. Отец Энгус
Скажите нам, это все правда? Ведь это ваш старый друг. Рэбби, Рэбби, вставай. Рэбби. Сколько ему лет? 15 с небольшим. О, нет, 14 с половиной. Слышите, задыхается. Нечего и страдать. Видите, ноги его не держат. Вы хотите его убить? Как же я буду без Рэбби? У меня никого нет. Животным трудно, с хозяевами нет никаких сил. Зефир. Да он умирает, понимаете? Он старый, ему трудно жить. Ну, если вам его жалко, не спорьте со мной. Покупатели хватит за его. Они все через него переступают, когда входят в лавку. Знаю, знаю, знаю. Ну, решайте скорее, меня ждут пациенты. Он не будет очень мучиться. Будьте с ним подобрее. Господи, как же мы теперь без него? Я не сумею жить без Рэбби. Следующий. Сэр, можно вас на минутку? Это Джорди Макнеп, сын мануфактурщика. Ну, что там у тебя? Лягушка, у нее что-то с лапкой, прыгать не может. У меня нет времени на глупости. Ты видишь, какая тут очередь? Фу, гадость. Ей плохо, она же умрет. Иди, иди. Швырни свою жабу в пруд, природа о ней позаботится. Ну как? Ты был прав, он выгнал меня. Ну и что ты теперь будешь делать? Пойду к рыжей ведьме. Говорят, она всех спасает. А ты не боишься? Боюсь. А что делать? Росы из четырех цветков, жужжанье утренней пчелы и тень от облаков, и отражение луны в задумчивой реке. Я вскипячу в моем горшке, и вот бальзам готов. На древнем огне, на мудром огне целебное зелье варю, и словно во сне
этом сне вот эти слова говорю, не ведая, что творю. Четыре легких ветерка от четырех сторон, стрижа стремительный полет, ручья прозрачный звон, и эхо, что в лесной глуши послушно вторит нам. Я тоже положу в бальзам, чтоб стал светлее он. На древнем огне, на мудром огне, целебное зелье варю. И словно во сне, в расплывчатом сне, вот эти слова говорю, не ведая, что творю. Четыре феи прилетят наставить и помочь, и ворон в ступе скорлупу поможет растолочь. И Лёш притащит мне пучок сушёных орхидей, и будет очень долгим день и бесконечной ночь. На древнем огне, на мудром огне, целебное зелье варю. И словно во сне, в расплывчатом сне, вот эти слова говорю, не ведая, что творю. Это ты опять звони. Наверное, проголодался? Или соскучился? Что такое? Ой. Тебе ангелы принесли. Или гномы. Не бойся, я тебя полечу. Джерри! Арго! Арго! Ай! Заходи. Ей там очень страшно. Посидим здесь. На этих идиотов уходит все время. Ну, что с ней? Опять перекормил конфетами? Ну, что я могу поделать? Она так умильно просит. Еще хуже стало. Что же ты, божий человек, не можешь обуздать себя? Зачем перекармливать пса? Ну, какой я божий человек, я его служитель. Если не хватает ума, то добираю сердцем. А ты, Эндрю, так и не полюбил их? Нет. Неужели у тебя не разрывается сердце, когда они на тебя так жалобно и преданно смотрят? Нет. Я хотя и собачий, но доктор. Если у меня будет разрываться сердце из-за каждого больного, я долго не протяну. Почему ты не помог собаке миссис Лаган? Зачем ты ее усыпил? Да ей все равно оставалось жить 2-3 недели, от силы полгода. Да и вообще, я ей достану другую собаку. Но ей нужна именно эта, как мне, Цесси. Неужели ты не понимаешь, что с любовью легче жить на земле? Любовь страшная штука.
Я любил жену. У меня ее отняли. Прости. И все-таки любовь – ключ ко всему в жизни. Даже в нашем отношении с этими. Если хочешь, они наши братья. А, брось! Все мы запущены в огромную нелепую систему. Мы встали на ноги, а они нет. Ну, тем хуже для них. Значит, мы кем-то запущены? Интересно знать, кем. Ну, ты, конечно, скажешь Богом. Ну, а кем же еще? Антибогом. Очень уж плохо система работает. Я бы и то лучше управился. Ну, вот иди. О, иди ко мне, красавица моя, ну, Цесси. Ну, иди ко мне, иди. Вот так. Успокойся. Спасибо, Вилли. Ой. Томасина! Чё ты всё спишь, Томасина? Томасина, я тебя так люблю. Не до любви мне сейчас, Мэри Руа. Я заболела. Такие минуты с людьми одна мука. Никакого у них чутья. Кошка бы сразу всё поняла. Томасина, иди. Молоко свежее. Ах ты, лентяйка. Пей, Томасина. Пей молоко. Пей, Томасина, а то я не возьму тебя к ручью. Миссис Маккензи. Захворала на Мэри Руа. На лапках не держится. Наконец-то дошло. Что с тобой? Не плачьте. У нас папа доктор, он нас вылечит. Постойте. Ты слышишь, Томасина? Мы пойдем к папе. Ты сразу поправишься. Признаюсь, я не разделяла надежд Мэри Руа и совсем не мечтала попасть в руки к рыжему злому человеку. Но меня никто не спрашивал. Следующий. Папа. Томасина наша разболелась. На ногах едва держится. Вы знаете не хуже меня, что Мэри сюда ходить строго запрещено. Ну, а если пришла, пусть ждет своей очереди. Я верю, прямо... Ради Бога. Успокойся. Господи. Господи. Скорее, констебль. Скорее, ради... пожалуйста. Господи. Боже мой. Ее переехали, сэр. Эндрю, попробуй ее спасти. Боже мой. Успокойся, Томас, успокойся. Собака твоя жива. Ну, доктор МакДьюи. Это вы, доктор МакДьюи. Спасите мои глаза. Он... Умоляю вас. Он хотел сказать, я что... знаю, что он хотел сказать. Собаки нет. Не надо бы ей мучиться. Но я спасу его глаза. Уходите все, уходите, завтра придете. Так, мальчишки, идите все домой. И ты давайте, тоже, давайте. Нечего ждать. Забирай Томаса и... Идите, идите. Пойдем. Она что, заболела? Ну ничего, папа ее вылечит. Не волнуйся.
Мэри Руа, было сказано, тебе сюда ходить нельзя. Томаси, неплохо. Мисс Маккензи сказала, что ты вылечишь ее. Какая еще Маккензи? Что она суется не в свои дела? И вообще, я всем приказал прийти завтра. Иди-ка домой, иди. Я не пойду, вылечи Томасину, она падает и ничего не ест. Мэри Руа, у меня сложная операция. Я должен спасти собаку-поводыря. Как по-твоему, что важнее? Какая-нибудь кошка или слепой человек? Кошка. Ладно, неси. Пошли. Не тыкайся в нее лицом, пока не осмотрю. Тебя бы мне не хотелось потерять. Не смотри туда. Дай мне кошку. Не горюй, Томасина. Папа даст тебе капельки, и ты поправишься. Помни, что больше всех на свете я люблю папу и тебя. Так, давай кошку, а сама подожди в приемной. Мозговая инфекция, нужно усыпить. Мэри опечалится. Может, она просто ушиблась? Глупости! Мало нам этого пса. А Мэри я найду другую кошку. Твоя кошка очень больна. Я знаю, папа, но ты же вылечишь ее. Боюсь, что не смогу. А если она и выздоровеет, то у нее будут волочиться ноги. Пойди попрощайся с ней. Но я не хочу с ней прощаться. Дай ей капель, я отнесу ее домой и буду за ней ухаживать. Пойми ты. Когда люди болеют, их иногда вылечивают, иногда нет. А животных можно усыпить раньше, чтобы они не мучились. Томасина, я здесь! Папа, папа, вылечи ее! Я не дам ее усыпить! Не дам! Не дам! Не капризничай, не глупи! Видишь, она еле жива! Мне и без твоей кошки дел хватает! Не дам! Не дам! Не дам! Мэри Руа! Мэри Руа, домой. Разрешите, сэр, я посмотрю кошечку. Не суйтесь, куда не просят. Берите эфир и делайте, что приказано. Собака ждет. Пора кончать. Кончать? Меня кончать. Кончать мою жизнь. Мои мысли, чувства, радость, мечты. Мою любовь к Мэри Руа. Не надо, пожалуйста. Не плачь, Мэри Руа. Я ей больно не сделаю. Папа, если ты убьешь Томасину, я никогда, никогда не буду с тобой разговаривать. Ну, хорошо, хорошо. Иди, иди. Иди. Thank you.
просто сделал. Да. Раз ты посадила ее за стол, подвяжи ей салфетку. О. Ой, Мэри, что с Томасиной? А может, она была неизлечимо больна? Ты плохой, вы все плохие. Папа плохой, он даже не попробовал ее спасти. Уходи, не хочу тебя видеть, уходи. Вот что, Мэри, мы ее похороним, по-настоящему. У нее будет могилка, а ты будешь к ней ходить. У меня есть атласная коробка. Устелим коробку вереском. Ты слышишь меня, Мэри? Пройдем через весь город. Соберется много ребят, а ты наденешь траур. Миссис Маккензи, есть черная шаль. Пойдешь за гробом и будешь громко рыдать. А на могилке мы поставим дощечку с надписью. Какой надписью? Здесь лежит Томасина. Зверски умершлена 26 июня 1990 года. Зверски умершлена. Вот. Какая красота. Я знал, что так и будет. Мне льстит, что ты веришь в меня. Да нет, я не о тебе подумал. Божий промысел. Знал бы ты, сколько раз мы теряли всякую надежду. Собака чудом осталась жива. А я о чуде и просил. Пойдем, Томаса обрадуем. Это твое дело, приносить благую весть. Весть принесу я, а благодарность от Томаса получишь ты. Тебе будет приятно, ну пойдем, пойдем, пойдем. Здравствуйте, миссис. Здравствуйте, мистер. Томас дома? Не знаю. Вроде бы не выходил. Смотри, как красиво летит. Не скажете ли, святой отец, кого же это хоронят? Хоронят? Странно, играют похоронный марш на волынке. Это тебе померещилось.
А у меня как? Тоже летит. Фридрих. Да крутится. Смотри, нельзя же так. Быстрее, чем у тебя. Что же это вы тут наделали? Сэр, ваша собака жива и здорова. Я спас ваши глаза. Господи. О, Боже. Я же спас его глаза. Где же ваш Бог? Не смей. Не смей, будь проклята твоя наглость. Проклинать вы гораздо. Где же твоя Божья милость? Он Бог, а не твой слуга. Ты хочешь, чтобы он восхищался твоей работой? Нет, ты скажи, за что этому несчастному благодарить Господа? Томас был стар. Он умер тихо, мирно, надеюсь. И ты прости меня, Эндрю. Да и я хорош. Разорался над мертвецом. И тебя видел. Мы оба виноваты. Да, когда я приводил Томаса, там в приемной сидела Мэри. Вроде бы у нее кошка заболела. Что там было? Видимо, менингиальная инфекция. Пришлось ее усыпить, так вернее. Все равно бы не выжила. Господи, Господи милосердный, что же ты наделал, Эндрю? Ты куда? И шляпу где-то нашел. А ну-ка домой, домой, домой. Спасибо тебе, фея. Твоя музыка прекрасна. Братья и сестры, мы собрались, чтобы предать земле прах безвременно погибшей Томасины. Покойница, любимое детище всем вам известной Мэри Руа. Она была хорошей кошкой. Я бы сказал, одной из лучших наших кошек. Она не творила зла, не царапалась и не кусалась. Останки ее перед нами. Но душа ее вознеслась на небо, и она будет ждать там Мэри Роа, чтобы не расставаться с ней во веки веков. Аминь.
Можешь кинуть последнюю горсть земли. Нет, я не хочу. Я хочу домой. Тогда все. А теперь играй что-нибудь веселое. Здесь покоится Томасина, родилась 18 января 1985 года, зверски умерщвлена 90-го года. Спи спокойно, возлюбленный друг. Зверски умерщвлена. Кто же здесь лежит? Кто и кого умертвил? Почему это мэрия Руа не встречает меня? Миссис Маккензи, куда подевалась эта негодная девчонка? Здравствуй. Что за костюм у тебя? Королева ночи? Ничего, красиво, только мрачновато. Трудный день был. Переоденься, поужинаем. Мэри, почему же вы не разговариваете с отцом? Миссис Маккензи, что с ней? По кошке тоскует. Похоронили ее ребята. Джимми на волынке играл похоронный марш. Ладно. Дети всегда что-нибудь придумают. Почему она со мной не разговаривает? Мэри сказала, что не будет разговаривать с вами, пока вы ей кошку не вернете. Thank you.
Богиня Баст, отныне назначаю Лори своей жрицей. Что такое? Тебе приснился страшный сон? Это я, Лори. Не бойся, я с тобой. Я буду звать тебя Талифа. Не дрожи, не дрожи. Запомни свое имя. Талифа. Что значит воскресшая. Спи. Ты сегодня так много пережила. Какая непросвещенная. Не знает, кто я. Называет Талифой меня, богиню Баст. Но все равно она мне нравится. У нее ласковые руки. Ты кто такая? Я богиня Баст. Отец мой солнце, мать луна. Меня почитают люди, и я зовусь Звездой Востока. Не слыхали про такую? Мне поклонялись на земле до появления Христа. Потом я умерла, а теперь воскресла. Карр! Окружай ее, ребята! Вперед! 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 Русы испугались облезлой кошки! Еще дерешься? Ах так! Браво, браво! Проваливай, покажи! Она дерется это? Она дерется это? И ты получай! Хорошо, ребята! Джерри, Арго! Это что такое? Как вам не стыдно? Гостью обидели! А вы-то как? Кару, кару! Несчастные! Они не верят в богов! Тогда их пропало! Мэри Руо, ты очень горюешь по Томасине. Я ее помню. Вижу, как будто бы она с нами тут. Сейчас я ее опишу, а ты, если что не так, поправишь. Хорошо? Она была вот такой длины и вот такой высоты. Цветом она была, как медовый пряник, а полоски имбирные. А на груди у нее была такая манишка белая, треугольничком. Ручком. А, лапки у нее были беленькие, беленькие, кончик хвоста. Нет, там только пятнышко. Верно. Да. А ты помнишь ее глаза, Мэри? Глаза у нее как желтые топазы. Помню, как она сидела перед тобой за столом, на шее у нее была повязана салфетка. И вдруг смотрю, у нее изо рта торчит розовый лепесток. Вот, думаю, нахалка розу съела. Она не ела, она язык высунула. Вот именно. А язычок у нее был точь-в-точь, как мои палеантовые розы. А как она вела себя за столом? Истинная леди. Когда ей давали печенье, она три раза касалась его носиком, а потом не торопясь ела. Она была вежлива. Да-да, конечно. Бывало, ты ее несешь, а она как будто спит. Имею в виду, это знак наивысшего доверия и любви. А мы и ночью вместе спали. А ты помнишь, что она пела, когда тебя звала? Кур-люр-люр. Да, кур-люр-люр. Видишь, Мэри Руа, Томасина не умерла. Она с нами, она как живая, пока мы ее помним, она не умрет. Закрой глаза. Правда, она здесь? Здесь. Я без нее все равно не могу.
Ну, конечно, вот ты ее и зови. А еще лучше, если ты будешь звать ее не одна, а вместе с папой. Я не могу. Папа умер. Что ты говоришь? Папа жив? Умер. Я его убила. Когда я на руках тебя носила, на свете всех счастливее я была. Скажи, зачем ушла ты, Томасина? Скажи, зачем ты от меня ушла? Только и остался на дорожке от пушистых лап чуть видный след. У меня была живая кошка, у меня была живая кошка, а теперь вот нет. Я из своей тебя поила кружки, об этом знали мы с тобой одни. Пусть оживут вдруг сразу все игрушки, без Томасины мне зачем они? Только и остался на дорожке от пушистых лап чуть видный след. У меня была живая кошка, у меня была живая кошка, а теперь вот нет. И понапрасну я отца просила, и понапрасну чудо я ждала. Зачем, зачем ушла ты, Томасина? Зачем, зачем ты навсегда ушла? Только и остался на дорожке от пушистых лап чуть видный свет. У меня была живая кошка, у меня была живая кошка, а теперь вот нет. 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 Хвала богам, кошки не умирают. Мы лишь переходим из одного состояния в другое. Но причинивший зло одной из нас обречен. Говорят, он хороший доктор. Хороший-то он хороший, а вот кошку родной дочери не вылечил, усыпил. Что же нам делать, Тоби? Знаете что? У нас в лесу живет девушка-затворница. Многие ее считают, но вы никого не слушайте. Идите прямо к ней, она всех вылечивает. Так вы уж помогите нам найти ее. Конечно, конечно. Ну, а тут уж как водится, сам понимаешь, в нашем городе. Да. Тоже обсуждаете мою персону? Ты что-нибудь знаешь, Энгус, о дурочке Лори? Спасибо. Вилли нас уже подлечил.
А Лори не дурочка. Но ведь за что-то ее прозвали безумной. И вообще она лечит, хотя у нее нет ветеринарного образования. А у меня теперь пусто. Это ее дела. Я буду бороться. Я заявлю в полицию. Господи, это-то зачем? Она ведь ни гроша не берет. Тогда пойди к ней сам и скажи, чтобы она перестала заниматься знахарством. Психопаты иногда слушают священников. Да не пойду никуда и мешать ей не буду. Она помогает беспомощным и бездомным. Таких людей раньше называли блаженными. К сожалению, их очень мало осталось на земле. Психи твои блаженные. Сам пойду и скажу, чтобы она перестала заниматься не своим делом. Ну что же, Эндрю, иди. Только я хочу тебя предупредить. Веди себя там поосторожнее. Еще чего? Мне кажется, что Лори близка к Богу. Она служит ему всей своей жизнью. Мне-то что до этого? Иди ко мне, Цесси. Если пойдешь в дверь, не стучи, она не откроет. Там на дубе есть колокольчик. Колокол милосердия. В него даже звери звонят. На черта мне этот колокол? Кому-кому, а тебе-то милосердия и не хватает. Пойдем, маленькая, пойдем. Джерри, Арго. Вы Лори? Да. А вы знаете, кто я такой? Нет, не знаю. Я доктор МакДьюи. Главный ветеринар и санитарный инспектор. Услышал! Господи, услышал! Доктор, мы вас так давно ждем, скорее! Меня ждали? Что за чушь? Скорее, это будет поздно! Берегись, Лори, берегись. Прогони его, он злодей. Понять не могу, чего я так испугалась. Я никогда его раньше не видела, но нюхом чую, что он погубитель кошек. Входите. Вот раненый барсук. Перелом передней лапы, рваная рана задней. Гангрена, дело плохо. Капкан? Да еще и собаки покусали. Угу. Я не могу его вылечить, не умею. Вот я и попросила Господа. Черт. Эфир есть у вас? Да. Тряпочку дайте. Угу. Надо помочь бедному зверюге. Усыпим его. Больше здесь делать нечего. Бог его послал сюда не умирать. А вас не убивать, мистер МакДьюи. А я не верю в Бога. Ничего. Бог верит в вас. Иначе он не послал бы вас ко мне. Совсем плохо. Вы что, не видите, что здесь больше делать нечего? И вообще я без инструментов. И потом я... пришел совсем по другому делу. Начинайте. Да он сейчас заревет от адской боли. Вы что, с ума сошли? Меня все зовут сумасшедший. Я подержу его. Он и не дернется. Учтите, надежды мало. Действовать буду радикально. Без медикаментов. Да и крови потеряно много. Выживет. Божья воля.
Что вы с ним сделали, Лори? Лежит как под наркозом. Он мне доверяет. Где вы его взяли? Он сам пришел. Откуда он знал, куда ему надо идти? Его ангелы вели. Вы видели ангелов? Я слышала их голоса и шелест крыльев. Тогда зашиваем. Ну, все. Я сделал все, что в моих силах. Втирается в доверие злодей. Да здесь целая больница. Ёж симулирует. Пускай. Ему здесь хорошо. Вот так вы их и лечите? Я ухаживаю за ними. Им тепло, они отдыхают. Я кормлю их. Пою им песни. И люблю. А как вы лечите тех, кого приводят люди? О домашних дома заботятся. А я нужна бездомным. А, но корову у Киннерди вы лечили? Я отослала их назад. И велела им быть с ней добрее. Тогда она и доиться станет. Вы не зайдете в дом? На минуточку. Лори, что ты делаешь? Поберегись, а то будет поздно. Зайду. Браво, доктор. Ее вы тоже лечите? У нее лапка сломана. Я нашла ее у дома. Ну, ангела, который вам ее принес, я опишу. Ему 6 лет, голубоглазый, белоголовый, как все мальчишки в нашем городе. Я его не видела. Я услышала колокольчик и выбежала навстречу. Я не смогу вам много заплатить. У меня мало денег. Спасибо, Лори. Вы мне уже заплатили. Возьмите, пожалуйста. Ну, вам теплее будет, когда у нас тут и ветер. Какой он неправдоподобно мягкий и легкий. Спасибо, Лори. Мне в нем будет очень хорошо, когда у нас тут ветер. Я скоро приду. Надо проведать больного. Браво, браво, доктор. Ну,
богиня Баст, поступлю, как поступают боги. Я покараю рыжего злодея. Я никогда его раньше не встречала, но чувствую, он это убийца и поэтому обречен. Я уничтожу его. Чтобы мне отомстить, снится всякая чертовщина. Чертовщина. Завтра позовем доктора Стрецци. А сейчас спи.
после всей этой истории она не говорит. Нет, почему же? С другими она говорит. Она только со мной не разговаривает. Так. Теперь она не разговаривает ни с кем. Сколько времени девочка болеет? Болеет? Нет, она не больна. Врачи часто не замечают болезни в своей семье. Она серьезно больна. Чем? Еще не знаю. Держите ее в постели. Может быть, другая кошка помогла бы. Или щенок. Понятно. Вы уже пытались. Я дал ей снотворное. Вечером зайду. Миссис Маккензи, хорошо, что вы тут, рядом. Послушайте, не проснется ли она? Понимаете, она очень испугалась и потеряла голос. Ну, конечно, ненадолго. Как же испугалась? Вот умрет она, останетесь вы один, и век будете каяться, мистер ветеринар. Вот прямо как есть вам говорю. Эх, Мэри, Мэри, что же ты со мной делаешь? Как же мне спасти тебя? Ну, кому еще нужна моя помощь? Мне, Лори. Мне? Лори, кто вас научил собирать лекарственные травы? Гномы. Чушь какая-то. Я дело спрашиваю. Они живут под папоротником. Их трудно увидеть, но если идти потише, то слышно, как они шепчутся. Простите, Лори. Я не хотел. Вы кто? Лори, больше никто. У вас есть кто-нибудь? Родня или кто? Нет. Откуда вы? Издалека. Как вы сюда попали? Меня ангелы вели. Мне надо с тобой посоветоваться. Ты был у Лори? Да, был. Несколько раз. Но она ни в чем не виновата. Она очень хорошая. Видишь ли, у нее навязчивая идея. Ей кажется, что она понимает животных. А они ее? Они и правда ее слушаются? Хотя в этом нет никаких чудес. Еще ей кажется, что она беседует с ангелами и слышит шелест их крыльев. Если те, кто пытается общаться с Богом, сумасшедшие, то здоровых почти нет. Христос призвал нас к состраданию, к любви, жалости и милости. Но наш мир туго поддается на это. В прежние времена Лори бы считали святой. Скорее ведьмой. Тогда вся ее жизнь грех.
Тебе-то что до греха, Эндрю МакДьюи? Если ты не веришь в Бога, то для тебя и греха нет. А если веришь, Лори для тебя самая добрая, кроткая и милостивая. В этом больном мире. Тяжелую задачу ты мне задал, Энгус. Правда? Вот не думал. Ты и Лори живете в противоположных концах ваших собственных миров. Если бы каждый из вас чуть-чуть двинулся навстречу друг другу. Но это невозможно. Она слышит голоса. Прямо слышит. Жанна д'Арк тоже слышала. Жанна д'Арк и Лори. Ты мне не помог, Ангус. Прости меня, Эндрю. Никто не пройдет за тебя твоего пути. Под ног земля вдруг поплыла. Я теперь не та. Но кто я? Кто я? Только что другую я была. Я по-другому. Как-то по-другому я смотрю. Пришли узнать, как Мэри Руа. Мэри тяжело больна. А вы молодцы, что вспомнили ее. Мы не знали, что ей так худо. А кошка у нее есть? Брось, Джорди, не время об этом. Я слышала, она не разговаривает. Это правда, сэр? Да. Надеюсь, что это временно. А вы расскажите ей что-нибудь забавное. Может, она с вами заговорит? Хорошо, сэр. Мы с папой вчера ходили на яхте. Чуть не утонули. Ох. Я расскажу ей, она посмеется. Сэр, можно с вами поговорить об одном деле? Можно. Сэр, вчера мы ходили смотреть цыган. Это я виноват. Я их повел. И деньги были мои. Они медведя бьют! Так, ничего не понимаю.
Нам не разрешили туда идти. А мы пошли. Дом очень рассердится. И правильно. Нечего туда ходить детям. А там было представление, как в цирке. Они скачут на лошадях, выступают собаки, лисы, медведи. Я-то видел медведя в зоопарке, когда ездил в Эдинбург. Я и в цирке был. А они никогда не видели живого медведя. Лучше бы я не видел. Медведя били, он упал, а его все равно били. Это не все, сэр. У них там звери в клетках. Они нам их не показали. Рассердились, что мало народу. А мы сами пошли и посмотрели. Темно было, особенно не разглядишь. Но все звери выли и плакали. Пахло очень плохо. Так-так. Так что же вы от меня хотите? Чтобы вы послали туда полицию. Похвально. Почему сразу не пошли к констеблю? Это по его части. Ну, он сказал, что если увидит нас около табора, то спустит с нас шкуру. Значит, все должен сделать я. Но что именно? Мы думали, сэр, вы туда пойдете как доктор, и они вас испугаются. У меня времени нет. Не Мэри больна. Мы бы с ней посидели. Ой, его цепь ударил в нос, у него кровь текла. А медведь хромой из-за этого полежать не может, а у него цепь. Да, картина неутешительная. Значит, вы пойдете, сэр? Нет. Я подумаю. Спасибо, сэр. Мы правда пришли из-за Мэри Руа. Но раз мы уже пришли, то и про это спросили. Джорди плачет. Сами видите. Спасибо тебе, Хьюги. Ну, бегите. Они погибают. Изголодались. Что же они делают с животными? Которого он писал. Кто писал? Какой-то Джорди.
Джорди? Вот почему вы здесь. Цыганский танец! Ветеринарный инспектор. Кто у вас старший? Меня послала полиция. Я барон Таргу. По какому праву вы избиваете моих людей? Едем в полицию, там разберемся. Он публично избивал зверей. Пропустите нас. Она ведьма! Ведьма! Зачем ты привел ее к нам? Она сглазит наших детей. Уходите! Если умрете, так будьте свободными. Go!
теперь? Где Лори? Что со мной случилось? В самом центре души, где-то там в глубине, что-то вдруг встрепенулось, надежде поверь. В самом центре души, там, где только во сне, иногда по ночам открывались мне двери. Но сейчас я не сплю, я не сплю, я не сплю. Души, словно дым без огня, кто-то вдруг появился, и двое настало в самом центре души, там, где кроме меня до сих пор никого никогда не бывало. Но сейчас я не сплю, я не сплю, я не сплю. Ну, слава богу, это вы, сэр. Да там пожар, им надо помочь. Да, это мы все сделаем, но вас ждут дома, там доктор Стретси. Что? Что с ней, она жива? Жива, жива, но доктор просил поторопиться. Доктор, она умирает? Борется. Если мы это не изменим... Сколько ей осталось? Организм у нее крепкий. Она сама гасит свои силы. Да сделайте вы что-нибудь. Вы ее отец, вы ее любите, она любит вас. Очнитесь, она еще жива. Придумайте, чем ее расшевелить, чтобы ей захотелось жить. Совершите чудо. Если бы я мог совершить чудо, я бы оживил ее кошку. Когда медицина бессильна, остается одно – молиться. Но зачем вы мне это говорите? Когда ваш Бог все терпит? Ну, скажите, зачем ему ее жизнь? Я бы ползком приполз, если бы я знал, что на свете есть его правда. Его смысл, милость! Помогите мне, Лори. Моя дочь умирает. Никто, кроме вас, ее не спасет.
Помогите мне, Лори. Сотворите чудо. Лори! Лори, это я! Об этом будут говорить на всех фермах в округе. Лори, я хочу на вас жениться. Неужели я вам не нужен? Не нужен, не нужен. Отстань. Милый мой, милый, подождать бы надо. Что ж так скоро? Нельзя же так. Вчера вы не так себя вели. Вы дрались за меня. Вы меня поцеловали. Ах, вот даже как. Лори, вы живы? Вы не ранены? Талифа, что же мне делать? Вот злодей. Я знаю, что вы здесь. Я больше не приду. Я не буду вас больше умолять. Я не скажу ни полслова про любовь. Все, я ушел. Ушел навсегда. Эндрю! 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 У меня каменное сердце. Я забыл, зачем приходил. Глория, я люблю только себя. Я плохой отец. Плохой врач. Плохой человек. Не чудо прошу, а милости, не знаменья жду, а помощи. В какую же тьму кромешную я дал себя завести? Кораблик души, метущийся в греховной пучине, тонущий, прости, всемогущий Господи, прости мне, прости. Прости. Ветеринар МакДьюи, вы привлечены к суду. Дети судят вас. Мы разобрали ваше дело. И приговор наш презрение. Он убил мою кошку. Неправда. Она была еле жива. Никто ее не убивал. Прости мне, что жил на свете я, не зная цены страдания, что многих таких беспомощных не пробовал я спасти. Считал, что казнить и миловать
могу я твои создания. Прости, всемогущий Господи, гордыню мою прости. Греха я не знаю большего, нет в мире мне оправдания. И даже сейчас не помню я, когда же свернул с пути. Но, Господи, 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 я тоже твое создание. Прозревшему сыну блудному прости ты, прости, прости. Не уходи от меня, Мэри Руа, не уходи. Я сам открою, это Энгус. Лори? Я очень спешила, но сперва мне пришлось покормить своих зверей. Лори, не исчезай. Только не исчезай. Эндрю, ну что ж ты мне не сказал, что у тебя больна дочка? Лори, это Бог тебя ко мне прислал. Нет, его слуга, отец Энгус. Здравствуйте. Она не спит? Мэри, бедная рыжая Мэри, ты слышишь меня? Она не ответит. У нее пропал голос. Я виноват. Это рыжая ведьма из сада. Можно я возьму ее на руки? Возьми, Лори. Держи ее. Не отпускай. Ну, теперь все будет хорошо. Я с тобой. Я держу тебя крепко. Эндрю, ее почти нет.
за кошка такая? Трекунья. Стоит мне только положить мешочек с лавандой в белье Мэри Роза. Ну, такая... полежала я немного в белье. Да что случилось? Обожаю запах лаванды. Где же Мэри Роза? Куда она исчезла? Да что такое? Это же не ее постель. И комната чужая. Я в чужом доме. Меня? Меня похитили! О, боги! Что же я здесь делаю-то? Домой, Томасина! Скорее домой! Может быть, Вилли пойдет за доктором? Нет. Он нам не поможет. Господи, у тебя столько деток. Оставь нашу девочку нам. Услышь меня, Господи. Возьми лучше меня. Старую не нужно. Господи. Боже мой, не надо. Она умирает. Она сама. Мэри Роа. Господи помилуй. Эта кошка явилась с того света за нашей девочкой. Она жива. Да впустите же ее. Миссис Маккензи, Томасина вас любила. Откройте окно. Я? Томасина, кс-кс-кс-кс. Иди ко мне, я тебе молочка дам. Позовите еще. Я же видел ее. Томасина, Томасина, Талифа, ну иди к нам. Мы так давно тебя ждем. Настоящая, мокрая и злая. Пап, ты принес мне Томасину. Она жива. Ты что-нибудь понимаешь? Понимаю.
Ты уже все знаешь? Да. Она жива и здорова. И заговорила. И Томасина вернулась. Очень хорошо. Как у вас красиво. Лори, когда миссис Маккензи открыла окно и позвала Томасину, вы тоже ее позвали, но другим именем. Объясните нам. Томасина не умерла. Она уснула. Я видела, как дети ее хоронили. А когда они ушли, я раскопала холмик, потому что очень боялась, как бы они чего не натворили. Я увидела ее и заплакала. Она лежала в коробке на шелку, совсем как живая. Мои слезы упали на нее, и она чихнула. Я назвала ее Талифой. Вот так. Спасибо, Лори. Очевидно, загадочный паралич прошел от наркоза. Да. Так бывает. Вы, наверное, проголодались. Пойду приготовлю чай. Что же тебя теперь печалит? Да так. Значит, это было не чудо. А тебе и жалко. Нет, это не чудо. Но ты погляди, как хорошо все задумано. Да, ты прав, Энгус. Я, пожалуй, пойду, Эндрю. Я думаю, вы не обидитесь на меня. Слишком много дел. На счастье.